есть ехали в грузовике или в машине, увидели огромный балкон. Этому парню явно повезло. Давайте посмотрим. Обалдеть, ему там болт прилетел. Пацану явно повезло. Вот это да! И только видно это. Гранаты. Такой вариант. Я только не думаю, что... Ладно. Я могу только это включать видео. Или это так. Ну да, такой вариант не могло быть. Наверное, кто-то кидался там огромными болтами, я думаю, стекло. Надеюсь, он вместе идущий от дальнобойщика. Ну да, по одному выпуску. Один выпуск, одну выпуск. Ну что ж, ребят, на этом с вами заканчиваем данный материал. С вами был Евгений. Всем пока!